У Гомелі пройшла открытая динаміяда по военно-прикладных видах спорту «Юный динамовец». У ёй приняли удел сборные спортивного товариства «Динамо», правовых и военно-патриотичных классов Гомеля, кадетских училищев и лицея МНС. У составе каждой команды было 8 юнаков и 2 девчины. Все спортсмены 2002-2005 годов народжения, аматоры. Программа спаборництва включала у себе 5 видов. Это стрельба с пневматичной винтовки, бег, подтягивание, эстафета, перетягивание каната. А так само специальный этап – универсальный солдат. Лепшими по выниках турниру стали юные спортсмены лицея МНС.